Добрый вечер. Спасибо, что нашли время и все-таки пришли те, кто есть. Мы очень рады. Небольшое вступительное слово. Значит, мы FX-квартет, если кто-то не знает. И сегодня мы пытаемся продолжить свою старую добрую традицию и пропагандировать некие современные вещи, написанные для квартета. А сегодня будет звучать в качестве увертюры композиция, которая будет основная российская премьера, состоится в стенах клуба Алексея Козлова. Это квинтет Кристиана Линдберга для тромбона и струнного квартета. В качестве солиста выступит выдающийся российский тромбонист, концертмейстер группы тромбонов Национального филармонического оркестра России Александр Горбунов. Ваши аплодисменты. Композиция называется «Gypsy Kingdom». Кристиан Линдберг, тромбон и струнный квартет.
Thank you.
Александр Горбунов, трамбон. Браво. Эпис-квартет вообще. Ну, теперь спокойно продолжим концерт струнной музыки. Без всяких вот этих дополнительных инструментов. Элегия, друзья, элегия. Следующий момент.
А между прочим, я Рубинштейн соло на виолончели. А? Поддержишься? Где? Недавно приезжавший в Москву Жан-Люк Понти сейчас прозвучит. Без его присутствия. Ренессанс. Thank you.
Спасибо. Адаптировал для струнного квартета Шамил Саитов. Miles Davis, Something on Your Mind. Thank you.
Спасибо. Немножко лирики. Босса-нова. Сандовал. Thank you.
И полюбившаяся всем розовая пантера в нашем исполнении следующие вещи пойдут. Те, кто знают, как бы они счастливы, а те, кто не знают, они еще более счастливы. Спасибо. Обычно я молчу, но сегодня я скажу. Все? Нет. Следующая вещь была написана следующим образом. Приходит как-то Евгений и говорит что-то, но ничем мало. Композиторы наши пишут для квартета, что делать. Видимо, придется самим. И написал. Да? Короче, называется она «Would you like peace» и многоточие. То есть в переводе на русский язык не угодно ли кусочек? Вот,
чего, это вот пока никто не знает. Спасибо. Анна Кобзарева, вторая скрипка. Союз Советов, первый альт. И я уже все, что связано с басом.
Спасибо. Продолжаем. Это не конец концерта, да? Вы хорошо хлопаете, но это не конец. Спасибо. Ну, так что, если что, у вас всегда есть право на один телефонный звонок. До сих пор. На протяжении 3 лет. Так и называется следующая композиция. One phone call. Thank you.
Мы обязательно сыграем следующую вещь, потому что эта вещь принадлежит Перу Жан-Люку Понти, который недавно приезжал в Москву, которого сегодня сейчас нет здесь на сцене, но мы сыграем ее. Называется No Absolute Time. Почему-то его постоянно нет на сцене сегодня. Надеюсь, что он узнает об этом.
Спасибо вам огромное. Я не вижу другого выбора, кроме как продолжать концерт. Я надеюсь, все поддержат, да? Все, кто оставит. Спасибо. Дэйв Кругов, Блюрон да а-ля Тур. Следующий пункт нашей программы. Thank you.
сейчас белый танец. Это пьесу мы играли, на самом деле, только когда начали репетировать. Одна из первых она появилась, а потом почему-то отказались, решили ее не играть. Но недавно она снова всплыла, и мы снова хотим ее... Она красива, поверьте. Несмотря на то, что она всплыла, она все-таки красива. Это time after time. Thank you.
утяжелить, потому что дело близится к концу. Поэтому давайте, с вашего позволения и желания, судя по возгласам в публике, вот, я думаю, что мы сейчас немножко утяжелим. Thank you.
Это была почти последняя вещь, но если вы не будете хлопать, мы больше не будем играть. Так и вы хотите или нет, я не помню. Последняя композиция, которая прозвучит, называется «Шоколадный чип». Чоколадный чип из двух клубов. Thank you.
спасибо большое. Это FX квартет. Это FX квартет и его благодарные зрители. Вам ваши аплодисменты вам, друзья. Спасибо. Блестящий проведенный концерт из зала. Спасибо огромное. Благодаря сложившейся традиции мы должны сыграть Симпсонов, как мне подсказывает Илья. Но Симпсоны, да, все. То есть когда концерт. Странно, можно я остановлюсь? Можно. Последний раз. Обычно я говорю один. Да. Но сегодня. Ну давай, все. Так все уже. Вообще благодаря Андрею Михайловскому звучит Симпсоны, потому что вот Жан-Люк Потини придумал. А Андрей Михайловский пришел. Да. И вообще, когда концерт из познавательного превращается в развлекательный, наверное, это хорошо. Спасибо. Виолончели Лев Борисович Эйнштейн. Что-то прорвало. Скрипка вторая. Анечка Кобзарева. Это красивые, зеленым свитером обтянутые. Ну, на первой скрипке тоже, что и было. Единственный, неповторимый, супер-сверхталантливый, не знаю, все его знают. Неподражаемый Евгений Свободин! Камил Каидов! Ой, алло!